Безглютеновое гречневое печенье намного лучше галет или сухариков. Это действительно суперфуд, который дает много энергии. Начинаем готовить. Нужны гречневая мука, яйцо, какао, финики и орехи. Очисть финики от косточек. Заливай их 150 мл кипятка на полчаса. В это время измельчи орехи при помощи блендера. У меня смесь арахиса и грецкого ореха. Можно предварительно их обжарить, но не обязательно. Погруженным блендером перебей финики в пюре. Теперь смешай все ингредиенты, чтобы получилось тесто. Оно может липнуть к рукам, но здесь вопрос решается добавлением чутка гречневой муки. Тесто раскатываем на доске и начинаем вырезать печенье. Можно даже использовать для этого старый добрый стакан. Печь печенье лучше на бумаге. В зависимости от толщины примерно 30 минут при 180 градусах. И полезно, и не сладко.